на ремонте вот такая сушилка, называется она Дельфа, модель DFD02. Значит, диагноз не включается. Разбираем и смотрим, что разбирается откручиванием этих четырех винтов. Один из них контрольный. Значит, звездочка с внутренним пыптиком. Если нет у вас специальной головки с дырочкой, то можно подобрать такую плоскую отвертку. Это обыкновенная плоская отвертка. Но подобрать ее такой размер, чтобы она там между звездочек попала, между пыптиком и звездочками. И вот она откручивает, поэтому можно отверткой сначала выломать этот внутренний пыптик, и тогда шестигранником звездочкой открутить. Ну, можно, нужно еще открутить эти две. Открываем. Здесь много мусора, его нужно будет убрать. Ну и сейчас прозваниваем, смотрим, что не так со схемой. При проверке было выяснено, тут схема, конечно, упрощенная, но не важно. Значит, пробит вот этот стабилитрон. На выходе из этой платы, это управляющий, ну так скажем, блок питания и управления спиралью. Здесь стоит мощный симистор или полевой транзистор, который управляет, включает спираль. И 5 вольт на вторую плату, на сенсорную плату. И здесь процессор стоит. 5 вольт подается вот этим стабилитроном. Вот этим стабилитроном написано ZD1. 5 вольт, 1 ватт, наверное, так. Пробитый стабилитрон. Нужно найти замену для того, чтобы подать питание 5 вольт на плату. Поэтому и не загоралось здесь ничего. Сейчас буду искать замену. Стабилитрон. И сейчас проверяю, еще не подключил к плате, проверяю, есть ли 5 вольт на выходе из этой платы. 4,8 есть. Значит, я поставил стабилитрон на 5,1. Собрал схему. Теперь стабилизатор впаян. Подключаем. Сушилка включилась. Заработала. Все работает. Выключение у меня происходит через минуту после отключения тенов. Сушилка отремонтировано. Подписывайтесь на канал. На канале много вариантов ремонта различной бытовой техники.